Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Tower Conquest. Так, давай-ка быстренько заберем с тренировки наш отряд. Интересно. Ага, не хватает, сколько не хватает, давай-ка посмотрим. Блин, буквально трех карточек не хватает. Ну что ж, придется опять его отправлять на тренировку. Так, где у нас... Пускай занимается. Так, в магазине. Что у нас там бесплатно? Давай-ка глянем. Редкий робот-паук. Бесплатно нам достается бомбер. Окей. Так, квест завершили. Давай, наверное, здесь подарок сделаем. Плюс запрос. Так, ежедневки, друзья мои. Разыгрывается ведьма. Подожди-ка, ведьма, ведьма, ведьма. А что у нас по ведьме? А по ведьме у нас, ребят, как раз-то недобор. Ну что же, я пошел. Значит так, зомби, камикадзе, прыгун. Создай свой отряд, зашибись. Так, ладно, сделаем так, так. Наверное, сделаем некро и плюс... Блин, банши или лучница? Наверное, банши. Ну что, ребят, поехали, попробуем. Нам нужно пройти все три задания, чтобы получить довольно нормальное количество карточек на ведьму. Но, как ты знаешь, так, тихо-тихо-тихо. Прыгун, конечно, меня здесь не особо радует. Так, это взрывники, это все ерунда. Вот кто мне нужен. Блин, ну он же перепрыгнуть может. Прыгун может перепрыгнуть. Ух, как там бумкнуло. Во-во-во-во-во, начинается. На тебе, в ответочку. Что-то я не вижу пока... вот он, прыгун, вышел. Хлоп. Хлоп, и готов прыгунчик у нас. По-моему, здесь победа. Да, здесь мы победили, причем довольно легко. Не видел, чтобы тут кто-то выпендривался, что-то делал. Так, ну что, получаем с тобой 23 карточки на ведьму. Замечательно. Так, погнали дальше. Ведьма мне нужна, я давно за ней, ребята, охочусь, так сказать. Давно ее хочу получить по полной программе уже, чтобы, ну, была она прокачанная. Она 5 звезд. Ну, видишь, в отряде что нужно... Чего не хватает у меня в отряде? Что-то я не понял. Чего там не хватает в отряде? А, замок-то, ё-моё. Я замок забыл взять. Так, по-моему, как-то тиховато, не кажется тебе? У нас то громковато, то тиховато. И да, есть такая, ребята, дилемма в играх. Некоторые почему-то орут, как сумасшедшие, а других вообще не слышно. Так, идет, идет, идет. Зомбик. Зомбика мы ушатаем. Этого, естественно, тоже ушатаем. Это вообще для нас не вопрос. Вот кислота, да, кислота, конечно, убийственная штука. Так, давай банш позовем. А что у нее в руках, я не могу понять. Вот она идет. Че там у нее этой банши, не пойму. Давай, давай, кто-нибудь выходите. Мой фаербол готов. Интересно, почему это фаербол мой полетел куда-то не туда? Он должен был в прыгуна попасть. То, что мы получили повреждение по замку, ребят, это ничего страшного. Здесь это не столь важно. Здесь важно просто пройти. Ну, естественно, не сфейлиться и ничего такого. Так, ну что, забираем с тобой 13 карточек опять же на ведьму. И последний у нас поединок. Погнали. Да что ты будешь делать? Собираем свой отряд. Раз, два, три, четыре, пять. Некро я даже вообще, ребят, ни разу вот еще не вызвал. Хотя он у меня в отряде постоянно стоит. Ну что ж, давай поехали. Попробуем сейчас еще быстренько с тобой пробежаться. И уже будем переходить к нашим основным задачам. Основные задачи, естественно, ребята... Проходить порталы. Хочу сделать рекорд 200 порталов.
Как думаешь, за сколько я пройду 200 порталов? Ну, опять же, это все зависит от того, как часто ты будешь играть, согласись. Так, посмотрим, как у нас... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, да куда ж ты? Бедная лучница. Конечно же, схлопотала. На, фаерболом тебе. Все, тут победа. Замечательно. А ниндзя еще, ты видел, как накрашенная, там у нее подводочки, все, все дела. Так, ну что, забираем с тобой 8, по-моему, карточек на ведьму. Если я не путаю ничего. Да, ребят, 8 карточек на ведьму. Итого у нас получается там 23 плюс 13, это 26. И плюс 8, это получается 34, да, получается, карточки мы получили в общем количестве. Так, у нас еще арена же. Так, подожди, дай-ка я гляну здесь вначале. Хотел же посмотреть. Ну вот, друзья мои, совсем другое дело. Нам остается всего лишь 57 карточек на нее найти. Ну, буквально два таких вот события, и все. И она у нас будет прапана по полной программе. Так, делаем запрос. Это у нас крипта, 18 карточек. И плюс... О-о-о. Епископ. У нас, кстати, епископ и Санта, они почему-то похожи. Я не знаю, почему они не могли сделать немножечко по-другому как-то. Ах ты, ё-моё, здесь нет у нас, да? Так, этот отряд не хочу тратить, не хочу. Давай, наверное, вот этот вот потратим. Вот эта вот база, ребят, я считаю, что фигня. Вот пилон мне почему-то не нравится. У него такая ульта. Ну ты видел, да? Он вызывает три кокона. Из этих коконов по истечению там определенного... Ничего себе, я и забыл, что ниндзя вот так вот выглядела. Так смешно. По истечению времени эти коконы вылупляются, и из каждого кокона вылазит ползун. Ну такой себе, да? Такая себе ульта. Ну что, ребята, нам надо идти на задание. Так, нам тут пройти осталось чуть-чуть. Толкатель, джаггер, репульсор плюс робот-паук. Робот-паук. Ну, я не знаю, можно, конечно, попробовать схлестнуться практически одинаковым отрядом. Единственное, что у него преимущество будет все-таки бот-паук. Знаешь что, когда бот-паук подтягивает и оттягивает нашего дальника, да? Дальник не может ничего делать. Он не может стрелять, ничего. В этом плане у него есть преимущество. У паука, у этого. Но почему-то, когда я его брал в свой отряд, у меня что-то фигово как-то все это получалось. Что-то как-то... Ниндзя, не подходи близко. Вот стой там вдалеке. Так, молния, срочно. Ты сейчас серьезно? Опа, карточка выпала. Потому что толкатель, друзья, он у меня не прокачан по фулке. Вот что я тебе хочу сказать. О, видишь, что начинает? Он начинает сразу же с дальника. Сразу же начинает с дальников, ребят. Такая вот тенденция. Так, ускорка. Слушай, мы их продавили, по-моему. Вот джиггернаут, да, это, конечно, беда прям какая-то. И опять он за свою, а? Давай, ниндзя. Так, ну что, наказали мы потихоньку. И теперь уже уничтожаем, естественно, базу. Шикарно. Да, даже бот-паук им не помог здесь. Ну что, двигаемся тогда дальше. И у нас здесь последняя миссия. Ядерный робот — фигня полная. Поэтому я думаю, что... А что я думаю? Я думаю, что мы, наверное, справимся со своей командой. Никого привлекать сюда не будем. Возьмем вот, наверное... Вот этот отряд. И он, в принципе, должен справиться. Я в это верю, конечно же. Но как получится, это... Не знаю, ребят. Джиггернаут тут у него мощный. У нас, конечно, не прокачанный по фулке. Но, тем не менее, он тоже есть. Но у нас есть небольшое преимущество. У нас баллиста. Есть. Так, давай-ка мы вот так вот сделаем. Вместе с фехтовальщиком отправим. Так, и, наверное, я буду выводить грифонов. Так, здесь этого
в клетку. Еще одного джиггернаута позовем. Плюс баллисту. Ну, тут вообще на изи. Причем довольно долго мы дрались. И ядерный робот не вышел. Испугался, как всегда. Ну, что нам здесь выпадет? Робот с ракетой, трансформатор. И переходим с вами на территорию захватчиков. О, с ползуна начинается, это плохо. Здесь, ребят, нужна вот эта вот команда. Почему? Потому что ползун, он выходит практически сразу. Вот, 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 видишь? И у него урон довольно такой масштабный. Поэтому... Видишь, что творит, а? Ты посмотри, что вытворяет. Сейчас еще, не забывай, выйдет этот. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. А это уже не шуточки. Он даже паладина наказывает очень жестко. Этот бородавочник. Как ты запарил, а? Ты посмотри, как он бомбашит, а? Ты вообще в шоке. Очень мощный этот бородавочник. Но почему-то, когда я его беру в отряд, он мне не нравится. Не знаю, ребят, с чем это связано. Как-то он себя плохо ведет. Не так, как у врагов. У врагов он вообще идеально. Так, ну что, победа. Начало неплохое. Так, продолжаем. Здесь, значит, ну, жаба с пушкой. Особо меня, честно говоря, здесь не колышет нисколечко. Я говорю, в основном здесь вот этот вот ползун, который выходит на ранней стадии, вылетает и сразу же наносит урон. Или бородавочник. Особенно, когда он начинает бежать. Вот когда он начинает с разбега, все, ребята, это трындец. Ай-яй-яй-яй-яй, вот это плохо, ребят. Нам нужно срочно подтянуть эту жабу с пушкой. Вот так вот. Как ты запарила, ползунок. Давай, 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 стреляй там, стреляй. Он так-то сам по себе в ближнем бою ватный. Но вот у него еще есть заморозка, это да. Он может заморозить. Вот, видишь? Выстрелом может замораживать. Сейчас. Ух ты. Да, вот в эту вот кучу достаточно вызвать ползуна, и он тут начнет одного с другим подбивать. Так, ну что я могу сказать? Здесь тоже вроде бы неплохо получилось все. Воблер. Против воблера я даже не знаю. Здесь всадник на журавле даже бесполезен, потому что воблер бьет по всем целям, и по наземным, и по воздушным. А что если мы с тобой, например, накопим друидку и ее позовем, а? Как тебе такой расклад? Мы, наверное, не успеем. Мы... Нифига у него там... Тихо ты, куда ты? Вот, видишь? Или успеем? Давай проверим. Наверное, успеем все-таки. Ха, ты куда по... Эй! Ты куда пошел? Нифига себе. Бородавчик, я смотрю, вообще припух. Просто пошел к нам в наглую, и все, ребят. Давай, друидка, ставь, пожалуйста, там тотемы свои. Отталкивающие. Урон, который наносят. Еще вот так вот в помощь. Так, карточка на воблера. Я думаю, что, в принципе, все, ребят. Тут еще и ускоряшка, еще и ураган. Запинали. Так, предпоследняя миссия. Здесь ползун, ох ты.
тут жаба с молотом появляется. Сразу видишь, что он творит. Поэтому надо обязательно сразу же кого-то выпускать. Упс. Что-то ты мне не нравишься. Так, наверное, паладина придется вызвать в поддержку. И молотильщика. Опа, заморозочка такая душевная. Ты заколебал, иди сюда. Сразу испугался, ага. В принципе, все, тут уже можно праздновать победу, потому что ничего уже нам тут не сделают. Даже бородавщик не поможет, естественно, жаба с пушкой тоже не поможет. И вот, расклепали базу. Ну, а теперь самое интересное, последний этап. Кто там босс будет? Босс тут смотритель, я, ребят, не буду рисковать против смотрителя. Сразу возьму топовый отряд, чтобы как можно быстрее разнести ему базу. Надеюсь, не надо никому объяснять, что такое смотритель, да? И что он делает. Наверное, все уже знают прекрасно. Так, что нам... Давай, наверное, так вот сделаем. Плюс Ронина. Ох ты, идут. Мне бы ульта не помешала бы здесь на самом-то деле. Ну, о, Роня звезданул. Красавелла. Вышел. Все-таки вышел, друзья. Ох, сейчас будет плохо. Сейчас будет плохо, по-моему, нам. Ульта. Все. Успели. Успели мы справиться. Видишь, что воблер делает? Просто мою чумную мышь в хлам сносит. Да ты ж... Смотри, что вытворяет, а? Есть. Да, тут даже таким отрядом имбовым какие-то были небольшие трудности, ребят. Ну, вы видели, да? Не все так легко, как хотелось бы. Так, ну что, это все у нас есть. 9 кристаллов, то, что нам выпало. Так, получается у нас территория подданных. Это последняя, и там уже у нас начинается новый телепорт. Здесь, значит, грифы у него. Значит, он взял грифу. Так, против грифа-то что нам лучше сделать-то? Какой отряд? Наверное, вот этот я возьму. Паладин и грифон, да? То есть, в первую очередь мы отправляем с тобой нашего голема, а уже следом вызываем ниндзю. Да, так против этого отряда. Надо вызывать тогда еще вот этого. Отлично. Давай, родные мои, бомбим. Ну, в принципе, все. Тут победа. Отлично. Разнесли мы базу ему. Давай смотреть, что у них дальше здесь будет. Так, здесь уже прибавляется жрец. Ну, жрица, точнее. И тот же самый грифон опять сохраняется, да? Блин, жрица. Она когда стоит сзади паладина и начинает хилять, это... Ну, очень долго мы ее будем... Будем долго этот отряд разбирать. Вот что я тебе хочу сказать.
Причем с такой поддержкой жриц. Паладин сам-то по себе разбирается очень туго. Я почему-то так и думал, а? Я почему-то так и думал, что он так делает. Ниндзя, не спеши. Сейчас начнется тут. Блин, ну сейчас... Сейчас будут захиливать его. Трындец просто. Да ну, это что такое? Ты посмотри, как она хиляет. Грифон еще, правильно? Так вот этому грифону. О! Редкая, ребята, карточка выпала на грифу. Дай сюда ее, нифига. Чуть было не... Это, не продинамили. Грифон мне нужен. Конечно, нужен. Мне нужно его прокачивать, ребят. О! Топотунчик там наяривает. Вот это я понимаю. Дай ускоряшку. Давай. Есть. Да, ускоряшка, конечно, тут решает многие дела. Так, ну мы двигаемся дальше. Фехтовальщик. Ну, фехтовальщик, ребят, в принципе, чё? У нас очень много здесь танков, как ты заметил, да? Практически три танка. Толкатель. Жаба с молотом и голем. Так что тут вариантов у них мало вообще на победу. Бумс. Угу. Ну куда ты, ниндзя, лезешь-то? Прям двоих прошила молния, и поэтому они, ребята, в станчике стоят. Сейчас, не забывай, может грифон выйти. Опа, ураганчик. Ураганчик их, естественно, всех оглушает. Не, все, тут бесполезно. Они просто один за другим появляются и сразу же гибнут. Потому что мы уже, как говорится, возле стенок стоим и ничего им не дадим делать. Так, давай смотреть здесь. Опачки. А тут уже появляется магистр кислых щей. Чем маг плох? Ребят, он плох тем, что у него... Ну, для меня, я имею в виду, плох. Тем, что у него массовая атака. Он бьет не очень далеко, конечно, своим этим... своей магией. Но если в этой... в зоне стоит, например, ниндзя и тому подобное, то они все падают. Все. Также тут еще и жрица, ё-моё, приперлась. Это хорошо, что молнии прям попали по всем. Ой-ой-ой, еще и грифон. Вот, видишь, что происходит? Вот-вот-вот-вот об этом я и говорил. Тут, конечно же, ниндзя выходит на помощь. Ну, ты сам видишь, что произошло. Он бомбанул точным ударом. Блин, как же толкатель все-таки круто, а? Он еще и... А куда это грифон? А, грифон, все, я понял. Заворожен типа нами был, да? Толкатель вот своим оглушением вообще топчик. Просто оглушает врага, и они просто ничего не могут сделать. Так, друзья мои, тут епископ. Возьмем, наверное, вот этот отряд. Так, я думаю, здесь будет очень быстрый поединок. Куда ты лезешь? Ну, вот куда ты лезешь, а? Сейчас же получишь по первое число. Маг-воин, на тебе. Даже урона практически не нанес. Шуршит, шуршит, шуршит. Но надо было по паладину, конечно, попасть. Так, что там, конец крестового похода? Смотри, шуршит. Ать. Быстро, конечно, они тут разбирают базу. Особенно, когда там Ронин
Бомбит, так, квест завершили. Так, харизму собери, 5 заклинаний, понял. Так, что я хотел сделать? А, я хотел забрать сундук. Сундук подданных, нам выпадает фехтовальщик, эльф, ну, деньги. И ко всему прочему, смотри, 14 карточек на жнеца, ядерный робот. Так, и башня рощи. 177 портал, ребят. Рекорд 200. 200 хочу взять. Так, ну что, здесь у нас зомби, как ты видишь. Нам, наверное, придется вначале вот это взять отряд. Вот этот. Потому что, ну, кто может противостоять зомби? Конечно же, щитобот. Щитобот, ну а следом надо вызывать кого? Молотильщика. Ух, ща как бумкнет. Ну да, это уже из-под тишка, ребят. Сейчас попробуем. А что мы попробуем? Всадник здесь, я не скажу, чтобы особо сильно нам помог. Всадник на журавле, я имею в виду. Но все равно вызову. Все равно я вызову. Пошел такой против своей же базы. Правильно, так и надо. Все, допинываем. Есть. Нам повезло, что этот вышел, камикадзе-зомби. И мы его приворожили, и он пошел в обратную сторону. Так, давай дальше. Второй поединок здесь у нас. Ой, когтистый. А что, так все, что ли? Что-то у нас так быстро энергия заканчивается. Блин, ну тут маленькое расстояние. Ладно, придется брать вот этот отряд. Расстояние просто маленькое, и все равно опять же выходит когтистый. Бесявый, конечно, чувачок. Ну и опять же не забываем про зомби. Так, 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 да бомби. Да. Не нанес же? Нет, не нанес урон. Зомби, вали отсюда, достал ты уже. Так, рубашит, рубашит, рубашит Ронин. Там и чумная подключилась, все, нормально. А зомби идет, как будто его не колышет, да, ничего. Двигается. Ну что, давай дальше смотреть. Поехали. Так, я, наверное... Давай Ронина вызовем. Ронин знает толк в этих зомбятинах. Ну, тут понятно, он быстро отрубается. Оу. Психованная вышла. Вот, вот тебе и итог. Станет и пофиг ей на все. Ронин. Шух! Вот и все. Слушай, быстро мы разбираемся сейчас с зомбарями. Вообще моментально. Так, это у нас четвертый, да, получается, поединок. Здесь прыгун, друзья мои. Блин, и как быть? Здесь прыгун, поэтому, я не знаю, Джаггернаут, в принципе, как бы должен помогать. Но я же не могу контрить его постоянно. А ведь 100% сейчас, вот-вот-вот-вот-вот. Я тебе об этом говорил, что сейчас пойдет именно прыгунок. Клетка? Ну, клетка, возможно, нам поможет как-то, я не знаю как. Блин, опять бежит. Да ну, такого быть не может. Куда стрелы-то постоянно летят? Я не понимаю вот этого вот. Короче, надо жнеца вызывать здесь. Тут раскромсон сейчас будет не детский, поверь мне.
Давай, жнец, иди. Разберись с этим прыгуном, со всем остальным. Вот сейчас армию нежити наплодим здесь. Хоп, вот так вот всех. Чуть-чуть бы и запинал бы он мне жнеца, прикинь. Вот такие вот петрушки. Есть, пробили. Так, там остается у нас, по-моему, последний, да? Последний эпизодик. И здесь последняя энергия. Берем. Против жнеца я не хочу тут выпендриваться. Тем более у меня жнец еще не прокачан по фулке. А здесь-то прокачанный. Так, банши. Давай, Рунин. Ну что ты опять-то как этот, как ватник? Вот она орет опять, а. Как тебе такой расклад? Так, стоп. Ты что делаешь-то? Молодец, перепрыгнул он мне. Хоба. И все. Все, ребят, все. Тут шансов на сопротивление вообще никаких нету. Так, ну что, мы с тобой прошли. Получается, забираем сундук нежити. Это все у меня есть, все это прокачано. Как бы не особо хороший вариантик. И нефритовая долина. Самурай плюс терракоша. Я удивлен, что здесь есть у нас энергия. Хорошо, давай проверим наш отряд против его. Естественно, пойдет у меня самурай. Самурай на самурая. Плюс я буду вызывать, наверное, вот так вот. От нее здесь намного больше помощи. Эти колобки знают толк. Ну и, конечно, Суню-кун. Плюс вот такие корни. Бамс. Вот этот удар, конечно, который он делает, это что-то с чем-то. Когда он забирается на посох, высматривает вдалеке врага, а потом звездярит им. Это, конечно, четенько. Да шансов тут нет у них вообще на победу. Я еще и тыквоголову позвал. Круто. Хорошо, мы их тут заметелили. Так, ну что, смотрим дальше. У нас второй тут этап. Второй этап. Вот здесь вот плохо. Во-первых, дистанция небольшая. Во-вторых, у нас дорогие здесь юниты. Ну что я могу, Джаггернаута позвать. А потом надо следом сразу же вызывать баллисту. Но он, скорее всего, сейчас вызовет сразу всадник на журавле. Нет. Блин. Давай, 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 всадник. Ой, всадник, баллиста. Ну вот, совсем другое дело. Совсем другое дело. Ну, этот в истерику, как всегда. А мы сейчас с тобой таракушу, знаешь, вот так вот сделаем. Хоп. И пускай он там стоит. До посинения, так скажем. Пока не уничтожится, но он очень долго будет погибать. Опа, заморозка. Две баллисточки. Ой, как сзади хорошо прикрывает, да, наш отряд. Посмотрите, сколько он долго стоит, ребята. Это говорит о том, что насколько он, да, живучий этот терракотовый воин. Третий это... Ой, Вуджен, ё-моё, ребят, Вуджен. Вуджен появился. Твою налево, блин. Не было печали, называется.
Сейчас будет доставать. А, у нас есть грифа. Так до грифа нужно еще докачаться. Он недешево стоит, между прочим, грифон-то. 325. За что такая цена у него? Не знаю, ребят. Но одного грифона в любом случае нужно вызывать. Плюс фехтовальщик пускай. Ого, я уже слышу. Пускай вот так вот все это будет. Блин, а мы его... Есть. Молодец, грифон. Спасибо, выручил. Он уничтожил именно этого Вуджена. Надо еще одного позвать. Так. Хейт-хейт, сейчас хейт-хейткну. Хейт-хейт он мне там. Все, ребят, скорее всего, победа здесь за нами. Сейчас еще одного джиггернаута позову. Есть. Вот и славненько. Так, а у нас энергия-то есть еще где-нибудь? Давай проверим. По-моему, все есть. Энергия еще есть, ребята. Так что не расстраиваемся и двигаемся дальше. Тут уже такое расстояние солидное. Можно даже рискнуть вызвать жнеца. Что ты по этому поводу думаешь? О, пока этот дойдет. Наверное, мы так и сделаем. Позовем жнеца. Пускай он тут сразу начинает разборки. Ой, черепаха. Так, мы, наверное, сделаем вот так вот. Всех сразу. Оп. Блин. Они сейчас успеют освободить. Не очень хорошо получилось, если честно. Да. Вообще нехорошо. Ну. А вот теперь все. Теперь им уже деваться некуда. Так, черепаха, вали ты там оттуда, стоит там, нервирует меня. Нет, тут, конечно, тут без вариантов. Три джиггернаута стоит, бомбит. Плюс там баллиста сзади. Конечно, тут без вариантов. Так, у нас не хватает, да? Тихо, погоди. Какой отряд? Этот. Давай попробуем. Давай попробуем с тобой здесь справиться. Тут богиня солнца, я не знаю, ребят, что из этого выйдет. Всего. Если у нее еще Вуджен будет. Ну, тут понятно, против этого возьмем вот так вот. Жаба с молотом сильнее, чем самурай. Но не намного. Ох, Вуджен вышел. Сейчас вот это вот начнется. Издевательство. А он тоже уже вызвал, да, богиню? Ай-яй-яй-яй-яй, наша... Толкатель, давай, молодец, жги. Есть. Мы-то подбили вражескую богиню, но... Да ты заколебал, это же еще жаба там, еще этот Вуджен тут лезет.
Ну, блин, ребят, не знаю, тут, по-моему, мы... Да как ты достал, а? Ну, ребят, ну... Есть! Прям на последних секундочках, ребят, на две последние секунды шло, и мы все-таки смогли завалить ему базу. Фух. Так, давай сюда сундук. Так, сакура это хорошо, сакура у меня не прокачанная. Так, ребят, ну что, у нас долина поданных, по-моему, опять. Мы же только что играли в нее. И опять долина поданных. Так, энергия здесь есть. Фехтовальщик и... этот, рыцарь. Для нас это фигня, ребят, полная. У нас есть кем бомбить здесь, поверь мне. Так, надо сразу вызывать, потому что... иначе они тут быстренько нас раскочегарят. Опа, двоих сразу, вот и все. Мы уже взяли с тобой преимущество перед ними. Нормально. Ничего не получится у вас. Ничего у вас уже тут не получится. Как бы вы тут ни старались, но мы уже победили. Ну все, ребята, победа за нами. Отлично. Разнесли мы замок вражеский. Так, давай посмотрим, может быть, где-то еще есть энергия у нас. Нету, ребят, к сожалению, нету. Ну что ж, тогда мы на этом сегодня закончим эту серию, но обязательно увидимся в следующей и продолжим проходить битву замков. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков.